Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Сейчас. Всем здравствуйте, я Валерия Сергеевна Железова. И сегодня мы будем с моим дедушкой, садоводом, мы с ним будем, ну, для меня узнавать новый сорт. Вот такой вот. Так, поехали. Слева сорочинская прививка, слева на абрикосе. Смотри, сюда показывает мои руки. Вот я начал собирать. Пошли. Они довольно крупные, но у меня есть еще крупнее. Собираем. Почему собираем? Предел. Или мы сегодня их едим, буквально несколько дней, или они просто испортятся. Я за это не переживаю, что испортятся. Косточками я торгую вовсю. Пошли. Видно, что я собираю, что урожай хороший. Видно? Да. Вот. Так. Еще не все. Вот еще. Так. Это. Так много. Упало. Так. Испортилась одна. Ну, я не считаю это за болезнь. Одна, это не трагедия. Вот еще, смотри. Еще, вон они. Вот они. Так. Уронил. Еще потом соберем. Так. Ты не видишь, еще подсказывает. Уже полчасочки есть. Они там крепкие. Вот, наверное. Ждите. Сейчас мы посмотрим. Так, вот тут вот есть. Еще есть? Да. А ну-ка давай, помогай тогда. Вот. Две. Вот, ну все вроде. Это, кстати, мы тут многих угощали, поэтому на самом-то деле еще и падает. Вот. Там еще падает. Вот. Вот, пойдем в следующее. Пойдем за мной. Вот. Узнаешь это место? Смотри, что это. Да. Мы выкопали один сенец, саженец персика, а он оказался можно двойной. Можно я скажу? Двойной, а? Мы выкопали, и там оказалось два саженца сразу. Выкапывали из одной семечки. Как один вот так? Да. А он оказался двойной, и получилось вот так вот. Да. Так, идем, ладно, это по ходу. Мы уже один посадили, фильм сняли, правильно? Да. Так, идем дальше. Ой, посмотрите, какая груша. Вот. Эта груша до сих пор висит. Осенняя московская. Запомнил? Да, осенняя московская. Можно попробовать? Нет, она твердая, как она. Я говорю, потом будем пробовать. Идем дальше. Так, вспоминаем. Ну, походу мы просто... Потому что она последняя падает. Яблоня. Потом еще на двух деревьях снимем. Вот такое снимем еще. С двух деревьев. Так. Все-таки последнее. Это просто нам повезло. На самом-то деле уже конец сентября. Так, это снимем. Вот это то, что не наступай. Это все на косточки. Вот. Ладно, это мелкое. Давай крупненькую тебе. Угощу. Последнее. Ага, вот смотри сюда. Ой, сейчас. Нет, она уже мягкая. На мне мушка. Да ничего. Сейчас не бойся мушка. Какая вредная. Да она не вредная, она не безобидная. Все, сейчас. Давай дальше. Пробуем. Переспелые, наверное, не понравится. Все, они уже отошли. Это... Вкусно. Вкусно, а я думал, тебе не понравилось. Давай туда еще гусять. Только эти косточки не выбрасываю, я их использую на продажу. А, вот они, смотри. Самые последние вот они. Вот, ладно. Я уже их это... Ну, еще одну съешь? Я просто откусила. Ага. Значит, а потом вот сюда кинь на видное место. Угу. Почему? Это пойдет на продажу. Вот, идем сюда. Ладно, закончим тему. Красота. Самые, которые у меня побагровели уже. Но ни одной не осталось. Я же собирал специально. Ведро собирал. Оп. А упавшая есть. А вот с дерева.
Зелье, это я так смотрю, ну, она мелкая. Вкусненькая. Вкусненькая. Вот сюда бросай, потом на кошку пойдет. Пойдем. Осталось у нас на двух деревьях. Это все. Сезон закончился. И все. И все. Смотрите, как еще красиво. Последнее. Внимание. Так, теперь надо вспомнить, где я привал клево на брюхо. Вот это. Оператор. Это надо не забывать. Пойдем сюда. Ходим, ходим. Ходим, бродим. Я понял. А, помню. Вот она, богатырская. Иди сюда. Одну простую. В этом лесу трудно найти. Вот это моя гордость. Я 2 раза на Украине был. Первый раз привез. Смотрите, какая красота. Первый раз привез. Вот это до 60 грамм. Вот. Давай, снимай. Забывай все время, что у тебя в руках фотоаппарат. Вот. Так. Ну, наверное, уже последнее. В общем, посмотрели. 50 грамм, 60 грамм. Вот это вот богатырская. Вот еще раз. Ты самый расточительный человек на свете. Дело в том, что это... Вот, это пойдет на, здесь на видное место, видишь, пойдет на косточки. Итак, богатырская и грация. Где-то на себе уже коровка. Пойдем искать грацию. Пойдем искать грацию. Ау. Смотри, где слива на брюхе сидит. Где-то там. На самом деле я очень хочу сказать то, что это самый мне красивый, кажется, сад. Что такое? Грация, ау. Оп. Я понял. Это тут, кажется, грация. Мне кажется, то, что тут где-то по-любому... Оператор. Ау! Вот, нашел. Ура! Нашел. Смотри. Грация, снимаю, гляди. Хм. Видишь? Да. Сейчас еще, погоди. Смотри, не маленькие. Грации. Давайте попробуем. О, это что значит? Хорошо или плохо? Хорошо. Все, ладно. Наверное, сейчас мы закончим съемки. Давай теперь мне его сюда. Благодарю за съемку. Ты у нас зарабатываешь еще.